На третьем километре темной деревенской дороги, именуемой подъездом к селу Шадринка, что в Байкаловских краях, фактически на въезде в эту самую Шадринку, баба в санях снесла малыша в санках и его маму и с места замеса свалила. Декорация такая. Около 6 часов вечера, то есть уже в потьмах, из Шадринки куда-то по сильно заснеженной обочине шли 44-летняя мама и ее 3-летний сынулька-роднулька. Не, ну как тоже шли? Она шла, а малышоныш ехал в санках. В это самое время из Шадринки, тоже куда-то, на Ладе Калине с потушенными фарами выехала 55-летняя пьяная пилотка со стажем руления 4 года. То есть дама на права сдавала уже после полтоса. На темной, пустой, узкой дороге пьяное сознание Калина водки не справилось с рулем, болид выскочил на чужую и догнал там идущих по левой обочине навстречу транспорту маму с сыном в санках. После чего Калина с места ДТП уехала в темноту, так и не включив фары. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве при выезде из населенного пункта села Шадринка в темное время суток с невключенным ближним светом фар выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов. Женщину 77 года рождения и ее несовершеннолетнего ребенка в возрасте 3 годика. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с места ДТП скрылся. Женщина и ребенок скорой медицинской помощью доставлены в районную больницу села Байкалово. Какие диагнозы поставили пострадавшим байкаловские врачи, не сообщается. Но главное, мама с сыном точно выжили, и дай им Бог здоровья. А удравшую с места ДТП бухую калиноводку вскоре вычислили и отловили. И помогли гаишникам в поисках местные жители. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что за 4 года пилотского стажа рулевая Калины ни разу за нарушение ПДД не привлекалась. Ну, то есть, либо она дисциплинированная, либо просто везучая. Гаишники ее продышали в дудку, и алкотектор показал 0,915 тысячных миллиграмма на литр. Это почти 2 промилле. Это много. И понятно, почему пилотка с 4-летним стажем в темноте забыла включить фары. А может и не забыла, а спецом не включила, чтобы в бухом состоянии не светиться. Гаишникам рулевая Калины выдала на гора такую вот версию. Дескать, посредь бела рабочего дня сидела дома, жрала водку. Причину не сообщила. Как стемнело, рухнула в свою Калину, поехала в магазин. Вернулась домой, поставила болид в бокс. О том, что она наехала на двух пешеходов, дама узнала от своего сына, который приехал домой следом за ней. Ну, то есть, типа, она в темноте даже не заметила, что снесла на встречной обочине двух человек и металлические санки. Понятное дело, что гаишники бухой пилотки сразу начертили 3 административки. 12.8 КОАП за пьяное руление, а это штраф 30К и лишение прав до 2 лет. 12.20 КОАП за выключенные фары, это штраф 5-катка. И 12.27 КОАП за оставление места ДТП. Это лишение прав до 1,5 лет или же до 15 суток административного ареста. А ведь с виду казалось приличной водителькой. За 4 года 0 НПДД. И вдруг такая лютая премьера. Чё-то сорвалась баба. Видимо, был повод. Главное, что никого не убило. Значит, за решетку по уголовке ее не посадят. И Калину не отберут. Максимум лишат денег и прав. Но остановит ли это пьющую женщину из Шадринки? Не дает ответа.